Межрегиональные архивные чтения посвятили 550-летию Чебоксар. Специалисты из Чувашии, Мариэл, Нижегородской и Ульяновской областей обменялись мнениями, какие информационные ресурсы можно использовать в изучении региональной истории. Хотите знать, на какой улице старых Чебоксар жили ваши предки и чем занимались? Какие события повлияли на историю вашего рода? Что послужило поводом для переезда? Кто из ваших родственников оставил след в истории столицы? Да мало ли вопросов, которые волнуют человека, с уважением относящегося к прошлому. В архивах Чувашии содержится огромное количество информации. Нужно только уметь ею пользоваться. Сегодня архивисты в сотрудничестве с учеными выпускают немало справочных изданий, сборников документов, в помощь краеведам, электронные перечни источников. Совсем недавно Госархив современной истории подготовил еще один по истории Чебоксар. Участники чтения обсудили целый ряд вопросов сохранения исторической памяти народов России и введения в научный оборот документальных источников с помощью современных информационных ресурсов. Архивисты Чувашии, кстати, получили сертификаты на приобретение сервера-накопителя и дисков для хранения и использования документов.